Приветствую, друзья! Сейчас я нахожусь на Белосарайской косе и хочу вам показать, как выглядит здесь пляж. Погода сегодня шикарная, очень жаркая, водица теплая, температура воздуха 28 градусов в тени, очень парит. К вечеру будет дождик. Такое ощущение. Сейчас полдень. Присутствует небольшой ветерок, и он, конечно, эту жару сглаживает, иначе просто очень душно. Вот так выглядит пляж на Белосарайской косе. В эту сторону можно прогуляться вдоль пляжа и прийти в центр косы, там, где находится чертово колесо. Рыночек, магазинчики, кафешки. Пешком приблизительно 20-30 минут, и вы в центре Белосарайской косы. А в обратную сторону мы придем по берегу в Мариуполь. Пляжи здесь заброшенные, покинутые. При Украине здесь строились гостиницы, отели. Частники здесь зарабатывали бабки на отдыхающих. А власти ничего не делали. Поэтому, к сожалению, пляжи заброшенные, дороги разбитые были еще при Украине. А мы знаем, что боевых действий здесь никаких не было. Но такие улицы есть, выглядят, как будто бы здесь прошли боевые действия. Дороги разбитые, хлам. А сейчас я вам хочу показать, как море выглядело буквально пару дней назад. Обалдеть, какая красота. Сегодня бомба. Белосарайская коса. Сейчас мы немного пройдемся по берегу в сторону Мариуполя. Пляжный сезон 2024. Людей немного, но отдыхающие уже приезжают. Снимают номера в гостиницах, в гостевых домах. Стоимость номеров за сутки варьируется от 2000 и выше. Все зависит от условий. Да, море сегодня немного мутноватое, так как у нас дно песчаное и волной поднимает песок. Вот так выглядят пляжи на Белосарайской косе. Но это начало косы. Чуть дальше пляжи есть пошире, почище песок. Но удивляют вот такие вот участки, когда строят свои дома прямо на песке. Отбирают общественные места. Такого быть не должно. Ни за какие деньги не должны продавать на территориях городов или поселков такие вот пляжи. Такого быть не должно.
Это центр Белосарайской косы. И здесь мемориальная доска. Везух Михаил Иванович, герой Советского Союза, генерал-майор авиации. В его честь назвали главную улицу на Белосарайской косе. И герой социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Дубина Виктор Васильевич. Чёртово колесо. И с правой стороны здесь детские аттракционы. Ночью они работают. Здесь все светится. И сейчас мы с вами прогуляемся через центр косы. Как видите, пляжный сезон уже начался. Много людей. В начале центральной улицы здесь небольшое столпотворение. Это очередь за пирожками. Очень вкусные пирожки здесь продают. Пирожки с маком, сосиска в тесте, смородина, яблоко, котлета. 100 рублей, 75 рублей, плетенки. Пирожки с шоколадом, 75 рублей. Шашлыки, 100 грамм, 180 рублей. Аттракционы виртуальной реальности. Кафешки. Магазины, рынок. Как я вам говорил, дороги здесь убитые напрочь. Давай, давай, при Украине здесь ничего не делалось. Коса застряла в прошлом веке. До сих пор еще мини-маркет «Надия». Интересно, но название улицы уже поменяли. Табличку. Закусочная «Нептун». Шашлык из свинины. 2000 рублей за килограмм. Курица 1700. Килограмм скумбрия на мангале. Таранка, бычок, судак. Сушеная вяленая рыба. Цены на таранку 650 рублей. Судак 500-600 рублей, в зависимости от размера и количества. Добрый день. Это 5, да? 5 тараночек? 500 рублей. Креветка здесь 650 рублей килограмм. Недавно покупали здесь. Десяток таранки 800 рублей, 600, разные цены. Смотри.
Итак, мы с вами прошлись вдоль центра Белосарайской косы. Здесь свежее мясо, жареная рыба, креветки, шашлык. Сдаются номера с удобствами. Приветствую! Сейчас покажем вам шашлычок. Какой вкусный шашлык здесь готовят. Здравствуйте! Расскажите цену шашлыка. 1800 рублей. 1800 рублей килограмм. Готовый килограмм, да. Отлично. И у вас номера еще сдаются, да? Сдаются, да, номера. Говорите, какие номера, какая стоимость их? 3000 рублей. Сутки. И удобства какие? Все. Интернет, холодильник в номере. Все, холодильник. Душ, все есть, душ, да? Все, душ. Нет, холодильника нет, у нас большая кухня. Большая кухня, да, общая. Холодильника нет, а кондиционер, душ, все есть. А сколько этажей? Один двухэтажный, да? Есть номера и на первом, и на втором этаже, 7 минут до моря, сразу говорим. Отлично, отлично. Так, это ваш номер телефона, да, если что? Ну да. Указан здесь. Вот, друзья, номера телефонов. Если едете на косу отдыхать, звоните. Номера предоставят. Хорошо, спасибо большое. Еще покажем ассортимент. Мясо, рыба, да, у вас есть? Рыба там. А, с этой стороны здесь мясо. Угу. Цены смотрите сами, друзья. Сразу маринованный шашлычок, мясо точнее, свежее. И пройдем здесь, посмотрим. Пончики, чебуреки, жареный бычок. Тюлька, класс, креветки. Да, показали вы, у нас есть чебуреки, рыбка, пончики. Угу, угу. Почем чебуреки ваши? Чебуреки у нас 120 рублей. 120 большие, рублей, большой да, чебурек, да. Класс. Вкусные. И пончики 72. Угу. Ясно, спасибо. Вот так вот, друзья. Из Мариуполя ездит такой автобус. Мариуполь с автостанции 2 АС-2 на Белосарайскую косу. А сейчас мы с вами пройдем, друзья, на центральный пляж. Погода сегодня шикарная. Сейчас без 15:06 вечера. Посмотрим, сколько людей на центральном пляже Белосарайской косы. И мы с вами подходим к центральному пляжу. Да, конечно, тут пляжик. Много людей отдыхает на центральном пляже. Чуть дальше затем навесом на горизонте тянется широкий пляж. Очень широкий и просторный. В той стороне будет побольше свободного места. Женщина перегрелась на солнце, видно, отдыхает.
Вот так выглядит центральный пляж на Белосарайской косе. Медузы. Кстати, да, сегодня я наблюдал картину, где отец выносил ребенка на руках, и его ужалила медуза. В эту сторону тянется очень длинный пляж. Чуть дальше он расширяется. Как видите, отдыхающих на косе достаточно, людей немало. А в эту сторону мы можем с вами по пляжу дойти до Мариуполя. Итак, друзья, это Белосарайская коса 2024, конец июня. Всем мира и добра, пока!